Привет всем, дорогие весы. Упс, карты полетели. Сегодня мы посмотрим, что весов ждет в ближайшую неделю. Ближайшая неделя для весов. Я посмотрю, что у вас было в прошлом, что сейчас происходит и что можно ожидать в ближайшем будущем. И в конце я вытащу карту из оракула для сообщения от Вселенной, что высшие силы хотят вам сказать. Паж жезлов, рыцарь мечей, восьмерка пентаклей, энергии прошлого, настоящего, шестерка жезлов, туз пентаклей, король мечей. Так, видно? Нет? Давайте пока на этом остановимся. Потом я вам покажу будущее. Паж пентаклей, девятка мечей, туз чаш. Да, мои хорошие, противоречивые, довольно-таки противоречивые здесь энергии. Но давайте начнем с прошлого, что было. Да? Похоже, что произошла какая-то, может быть, какое-то небольшое недоразумение. Кто-то кого-то недопонял. Кто-то кого-то недопонял, и, может быть, это отразилось на отношениях или на чувствах, или на каких-то делах. То есть коммуникации, которые происходили, были не 100%, может быть, честными, а может быть, просто не ясными. Да? То есть какие-то непонятные энергии, непонятные претензии, может быть, друг к другу люди сделали. Так? В настоящем теперь у нас, похоже, произошло примирение, но на каких-то определенных условиях, потому что вот у нас этот рыцарь превратился вдруг в короля, да? Это, скорее всего, ваш партнер. Может быть, он вам сделает или делает какое-то предложение, которое будет хорошо для вас двоих. Возможно, вы найдете какой-то общий компромисс, когда вы сможете вместе работать над чем-то более продуктивным и, может быть, даже денежным. Такое здесь тоже может быть. То есть, недолго думая, потому что карты связаны с работой. Да? Здесь может быть отношение в работе или связь через работу, или, может быть, связь какая-то через денежные вопросы. Ну, в качестве, может быть, советника и, возможно, клиента. Что-то такое. Но довольно-таки противоречивое, потому что информация, которая была принесена вот этим королем мечей, скорее всего, вашим партнером, заставила вас задуматься, а то ли вы делаете, правильные ли поступки вы осуществляете, может быть, даже в сторону этого человека. Да? Потому что он-то выглядит здесь на коне, он выглядит как человек, который получает свое. А что для этого вам, не очень известно, не очень понятно. Выглядит так, что в ближайшем будущем вы будете довольно-таки серьезно задумываться, а правильно ли вы поступили, а правильное ли предложение вы приняли. Предложение вам будет от этого короля, да? И здесь оно не одно, а даже два. То есть здесь и предложение чувств, и предложение какого-то сотрудничества, взаимовыгодное предложение. Здесь нет никакого дьявола, но здесь есть, то есть здесь нет никакой хитрости, неясности, здесь нет манипуляции. Похоже, что человек в самом деле старается вам помочь каким-то образом, да? По какой-то, по той или иной причине мы спросим карты чуть попозже.
Вас это волнует. Возможно, вы не доверяете этому человеку, потому что девятка мечей говорит о мыслях, которые лезут вам в голову, да? Недоверчивых, скорее всего. Возможно, в связи с этим предложением, которое делает вам этот человек, у вас в жизни могут произойти очень большие перемены. И вы, может быть, не готовы еще совсем, не подготовлены к этому. Возможно, вам придется менять работу или рабочее место, или географическое место, да? И вас это пока очень волнует, получится или нет, да? Похоже, человек, ваш партнер, здесь очень уверен в том, что получится. Может быть, у вас были разногласия, даже такие, может быть, горячие дискуссии, когда вы... Возможно, сопротивлялись. Какие-то условия вам не подходили. Вы сопротивлялись, но в данный момент похоже, что вы согласились, и теперь есть волнение. А правильно ли согласие? Правильно вы сделали, что вы согласились? Давайте уточним, с чем связано ваше волнение. Упса. Волнение связано, видите, здесь... Ой, господи. Карта «Мир», да? Волнение связано с чем-то, может быть, в самом деле, с каким-то переездом, с каким-то переменой, с какой-то переменой деятельности, с чем-то, что вы должны закончить. Может быть, вы еще и не планировали это закончить. Вам приходится это быстро-быстро заворачивать и заканчивать. Угу. С чем связано кубок, чаш? Семерка жезлов. То есть здесь, как получается, куй железа пока горячо. То есть эти чувства и эта чаша вам предложена с определенным условием, если вы будете действовать в определенном порядке или вести себя в определенном порядке, или же есть какое-то временное ограничение этому предложению, который условие, в общем-то, диктует вот этот король мечей. В вашем случае, да? Король мечей. Но этот король мечей, похоже, делает это из любви к вам, потому что здесь выглядит так, что король мечей очень серьезно на вас погряз, завяз. Угу. Возможно, он делает какие-то шаги, которые ему тоже неудобны. Но поскольку он не привык отступать от своего и привык быть победителем, он, может быть, или переводит вас на другую работу, или перевозит вас из одного места в другое место. То есть он где-то здесь даже вас и защищает, я бы сказала. С чем связан этот туз пентаклей? Да? Может быть, ему здесь и нелегко это делать. Может быть, какие-то помощь этот человек вам оказывает материальную. А может быть, у вас материальные трудности, и он оказывает вам эту помощь, потому что вам, может быть, кажется, что вам не нужно никаких подачек, да? Может быть, вам кажется, что у вас такая настоящая любовь, искренняя и без расчета. Вам хочется, по крайней мере, так выглядеть. Но человек вам серьезно помогает здесь. Серьезно вы за ним следуете, за этим человеком, да? А вам хотелось бы быть очень независимой женщиной, похоже. И, конечно, не хотелось бы ни от кого зависеть. Похоже, здесь как раз об этом и был спор. То есть у вас наверняка была, может быть, какая-то работа устойчивая, устойчивый доход. И этот человек вас почему-то срывает географически с какого-то места и хотел бы, чтобы вы где-то были в другом месте. Может быть, это связано с его переездом или с чем-то, с какими-то тоже трудностями. И хочет он вас защитить. Опять-таки, все карты жезлов выпадают, да? Смотрите, семерка, восьмерка, семерка, девятка и десятка. Они говорят, что в самом деле человек очень много усилий прикладывает, чтобы быть с вами, чтобы вы были вместе и чтобы вам было хорошо, да? А вы... Довольно-таки волнуетесь. Эта карта поясняет ваши начальные переживания и опасения. Вы не уверены, в чем вы не уверены. Вы, может быть, не уверены в самом себе или в самой себе. Да, вы не уверены, если этот переезд или это перемещение или изменение течения вашей жизни вам на пользу.
Да? А какие у вас волнения-то о чем? Опять семерка мечей. Здесь выглядит так, что вы не доверяете серьезно почему-то этому человеку. А стоит ли ему доверять? Ну, вообще-то да. Похоже, что вы, конечно, для него очень привлекательная и сексуальная, и эмоциональная женщина. То есть этот человек, король мечей, он желал бы, может быть, даже он вас увозит в какое-то место другое, чтобы было, может быть, у него была еще какая-то женщина, которая стоит у него на пути и, в общем-то, мешает, скорее всего, вашему воссоединению. Ему хотелось бы, возможно, даже и семьи с вами, потому что это счастье, какое-то счастье. То есть он видит вас как кусочек своего счастья, кусочек света. Может быть, здесь есть женщина другая, которая, может быть, это мать, да, может быть, это связано с семьей. Возможно, этот человек, в самом деле, у него есть какие-то обязанности к какой-то другой женщине. То есть он не собирается их оставлять, но вместе с тем он не собирается вас держать как бы на одной, в одном месте. Да? Он хотел бы, чтобы вы бы были раздельно. Да? Так ему будет хорошо, так ему будет лучше, и так он будет... Это мои собачки, извиняюсь. Так он будет чувствовать себя лучше, счастливее, да, по какой-то причине. У вас очень такой серьезный король, скорее всего, денежный. И в самом деле он предлагает вам переезд. И давайте спросим карты, чем все это закончится в ближайшем будущем. Да? У нас что здесь было? Ваши переживания, не стоит переживать. Любовь нужно принимать, кубок нужно открывать. Да? И мы теперь разобрались, в чем дело. Дорогие весы, то есть здесь предложение явно новое, яркое, неожиданное может быть даже где-то, и может быть оно вас застало врасплох или застанет врасплох. Да, потому что это все может поменять вашу судьбу и вообще вашу дальнейшую жизнь. Вот эта чаша и туз пентаклей, они говорят о том, что ваша жизнь может пойти уже в другом направлении, в совершенно другом направлении с этим человеком. И что нам скажет оракул? Давайте достанем оракул любви. Карта говорит... Может быть, сомнения, которые у вас есть, они обоснованы в самом деле, да? То есть нужно очень тщательно обращать внимание на всяческие детали. Если это контракт или договор, то нужно обращать внимание на все детали, чтобы все было открыто и ясно, чтобы не было ничего тайного. Да, особенно связано, если это в самом деле с переездом, переходом на другую работу или какими-то уступками, которые вы делаете этому человеку. Потому что явно вам это делать не хотелось. То есть это как гром с ясного неба, да, он нагрянул эти перемены, да. Я желаю вам успехов, обращайте внимание на детали, доверяй, но проверяй, как говорится. Но похоже, что человеку доверять здесь можно. Я надеюсь, кому-то это будет полезно. Дорогие весы, этот расклад был для вас на какие-то сложные ваши отношения, если у кого-то они таковые имеются. С вами была Александра. Пока.